Итак, ребят, всем привет. Первую часть вы увидели. Сегодня вы узреете вторую часть. Так что приятного вам просмотра. Находки шикарные. Вчера у нас были две медали. Классные медали. Между прочим, Крымская война. И еще, пока я не знаю, но вы уже, наверное, знаете, что за медаль. Какая-то в память чего-то кому-то. Вот. А сегодня, ребята, будет находка Сереги. Он нас, вернее, меня удивил, потому что мы остались сегодня вдвоем. Так что приятного вам просмотра. Не забываем подписываться. Кстати, хочу поблагодарить всех своих спонсоров на YouTube, кто сделал спонсорскую подписочку. Они, конечно же, в первую очередь увидят эти видеосюжеты. Так что, ребята, подписываем. Пальчик вверху. За труды стараемся. Для вас стараемся. Итак, ребят, Сережа устал шурфить без находок, но он уже язвит. Говорит: Саша, иди, но без лопаты и медленно. Ну, я иду как можно медленно. Вот, видишь? Где? Оп. Да ладно, вертак. О, твою дивизию, а? Коля Николай, сиди дома, не гуляй. Охренеть. Сам в шоке. Я даже закурю, мне кажется. Прям. Полтинник. Для полтинника четверта. Полтинник. 50 копеек, видишь? Офигеть. Четвертаки они, по-моему, без не портретики. А, хотя есть, да. Вот такой вот у нас коп сегодня, ребят. И ее выиграл человек из Дагестана, Магомед. Задонатив, ребята, всего-навсего 200 рублей. Представляете, за 200 рублей человек приобрел у меня полтинник серебряный. Настоящий, копанный. Видеосюжет, как мы его откопали, вы, конечно же, увидите. Дед земляной ему ни хрена ничего не давал, ребята. Вот он сидел там, блин, и у него ни хрена, у меня советы. Апатия пошел поехал. И вот на тебе. Охренеть. Гудит засранец, блин. Гудит, блин. Ну классно, чё. Оп. И нету, Серёж. Все. Ничего ты не нашел. Кенг. Скажу, что здесь ничего нету, да, Кенг? На, кушай. А дома выкакаешь. На, кушай. Кука. Все, он съел. Все, Серый. Так что будем ждать. Да у меня сейчас Кенг тебе яйки все откусит. Ладно, мои поздравления. Так что классно. Терка 505. Итак, ребята, устал я от шурфа. Решил по верхам походить. Серега сейчас поднял тоже царскую монетку. И у меня тоже верховая. Копеечка. 1901 год. До этого еще поднял 4 или 5 конин. Такие толстые. А это вот копеечка. Ну, надо отдыхать, разнообразие делать. По шурфам и по верхам. Верха тоже дают. Ладно, идем дальше. Итак, ребят, вот здесь вот была копеечка, а вот здесь вот у нас выпала трешечка. 1898 год, сохран. Ну, я хочу сказать, что бодрый, хороший. А здесь вот затерто. Нормуль. Пойдет? Классно. Итак, ребят, сегодня у нас день серебра. Вот еще одна очередная серебрушка. Цари сегодня были. И вот СССР. 10 копеек. Какой там? 29-й год, да?
Вот так вот. Вот спроси, что это. Да, ребят, хочу вас спросить. Где-то я это видел, но не помню где. Что это такое? Имеется гурт ребристый. С оборотной стороны вот. Просвет такой, знаете, белого металла. Что за диковина? Не знаю. Просим вас нас оповестить. Так что ладно. Кенгуль, домой скоро поедем? Скоро поедем домой? Да пошли вы, скажи, да? Надоели сегодня. Ладно, жду от вас, ребята, вот информации по данной вещице. А мы продолжаем верхобьем. Итак, ребят, хожу по фундаменту. Копки старые, видите, да? Видите, даже сухая все. Это не я копал, но сигнал я прозвонил, и выпало, па-бам, выпала копеечка. Копейка 24-го года. Сохран. Смотрите какой. Прям вкусняшка. Вкусняшечка. Вот такая вот монетка. Зачет. Зачет. Забираем. Итак, ребят, Серега ходит по верхам. Я сейчас к нему тоже буду присоединяться. Нужно немножко отдохнуть. Вот. Вот такая вот накладочка. Орденская. Причем не алюминий, а латунь. Это означает что? Да, ребят, это боевая награда старая. Не юбилейная. Но награды что-то пока нету. Но я вам не из-за этого, ребят, показываю. А вот из-за этой монеты. Вот эта монета. Смотрите, 3 копейки, да? Они в основном не редкие, не дорогие. Но есть экземпляры, которые хороших денег стоят. Смотрите. Та-дам! 1945 год. Монета в хорошем сохране. И монета очень дорогая. 1000 с лишним, по-моему, она стоит. Но я вам стоимость прикрепляю. Дзынь-дзынь. Так что ладно. Отдохнуть надо. Походить по верхам. Друзья, хочу сделать маленькое объявление. Когда на ваших экранах появляется это означает, что вы можете принять участие и забрать монету, выкопанную на этом видео. Правила просты. Любая цифра в комментарии от 1 до 100 и первый правильный ответ – победитель. Всем желаю удачи! Итак, ребята, будем заканчивать сегодняшний выход. Откопали мы сегодня замечательно. Видео будет состоять, ну, как вы уже знаете, из двух частей. Классно покопали, находки шикарные. Я взял количеством, Серега взял качеством. Да-да, ребята, мы остались всего-навсего вдвоем. Все остальные разъехались, и мы до последнего. Солнышко уже садится за горизонт, и нам уже, значит, пора. Находки, повторюсь, классные. Первый день зачетный, удивил женек. А вот второй мы. Так что ладно, на этом сейчас, конечно, обзор находок, которые мы сделали. Итак, ребят, ну а по находкам у меня получилось по шмурдяку как-то вот так вот. Прошу отписаться, что это такое, 103. Если были бы гвозди или клепки, было бы понятно. А здесь, видите, они загибались. Не знаю. От медали конинки вот такие вот. Вот это тоже непонятная вещица. Пишем в комментарии сразу, что это такое. Видно, что-то подвешивалось куда-то. 2 ложечки. Одна латунная, другая серебряная. 2 кольца. Тоже серебряные. Крестик-лепесток. По монетам. Копейки, двушки, десятки. Ничего интересного. Пятачки. 2 пятачка 40-го. Вот это вообще шедевр, а не монета. Затем еще одна. 37-й год. 5 копеек. 3 копейки. 45-й. 2 серебрушки. СССР и царская. Обе 10 копеек. По меди получилось 2 трешки.
двушечка, две по копейке, копейка вообще в шикарном сохране 24-го года, вообще классная. Ну и самая первая находка этого выхода у меня была вот такая вот полкопеечки, но с дефектом, неинтересная. Так что вот так вот, ребята, получилось, я считаю, неплохо. Ну а по находкам у Сергея, конечно же, поменьше, но он ударил прям продуктивно, ребята. Взял качеством. По сопутке бутылочка. Вот такая красивая. Уксус. Вот такое колечко. Я вам не показывал. Старинное. Зеленый камушек. Вот такая пуговица. Очень красивая. Когда я ее увидел, у меня есть похожая. Даже не похожая, а такая же. Я вообще думал, что это за веру царя отечества есть такие. Вот, две пуговки гирьки, крестик, вырубыш. Вырубыш интересный тем, что это с 3 копеек серебром. Вот так вот. Вот такая пуговка интересная. Я сначала думал, новодельная. Здесь какая-то карта сокровищ. Но это, ребята, старая. Так, что у нас по монетам? Советик, советик. Вот такая вот прям классная, смотрите, какой внешний вид, а. Тоже полкопеечки. Сохранечка вообще бомбический, 25-й год. Вообще классная. Дальше, 2 царика. Вот они по копеечке. Но это ничего по сравнению вот с этим. Бабах! Сегодня, ребята, выстрелил. Коп выстрелил. Вот таким вот зачетным сюжетом. Вот такая вот монета. Вообще бомба. Ну, на этом, пожалуй, и все. Будем заканчивать. Всем пока. До новых встреч. Кофеек и домой. Пока.